Здравствуйте, приветствую всех на своем канале, и в этом видео расскажу, худею я или нет. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Это видео будет спонтанное, неожиданное и маленькое. Думаю, оно вам чем-то будет полезно и интересно. Не так давно, это 2,5 недели назад, у меня во время игры по волейболу очень произошло такое неприятное событие. У меня заболел палец большой. И мы с мужем обратились в этот же день, в воскресенье, в травмпункт. Там мне поставили, что у меня перелом, сделали мне гипс. Потом я переходила за поликлинике в другую, и поэтому получилось так, что я не узнала снимок. Потом я принесла снимок, и мне сказали, что у меня нет перелома, мне можно снимать гипс, у меня ушиб. Что меня, естественно, порадовало, но не порадовало то, что еще неделю мне запретили заниматься, тренироваться. Я ходила только на работе на танцы, тренажерный зал и волейбол мне пришлось отменить на какое-то время. Во вторник я разморозила свой абонемент, потому что у меня был заморожен. Я не занималась 2 недели практически ничем физически. Сейчас я вам расскажу, как у меня получилось или нет оставаться в форме и похудеть. Я вам скажу так, что результат положительный. Да, мне удалось похудеть без тренировок. Что мне нужно было для этого сделать? Во-первых, я не поменяла питание, то есть я нахожусь до сих пор на правильном питании, но не состою на программе, потому что она стоит определенную сумму денег, которую я пока не готова отдать. И я пока для себя не считаю нужным. Возможно, потом я обращусь к данной программе, потому что я знаю отзывы, она действительно работает, она очень интересная, полезная, но это будет все попозже. По поводу моего питания, что у меня добавилось в рацион? Это добавились у меня кисломолочные продукты, йогурты, кефиры и творог обязательно, потому что творог – это кальций. И все осталось по-прежнему, это фрукты без белого хлеба, хотя иногда я позволяю себе пирожок или белый хлеб, сейчас уже такое бывает. Вот, но в основном я стараюсь не нарушать диету. Также я абсолютно отказалась полностью от колбасы, таких вот изделий сосисок. Вот, и более такую правильную пищу. Иногда раз в неделю по выходным я иногда могу что-то себе позволить нарушить, но в основном я сейчас худею. Замеры мои были довольно удачные для меня. Я считаю, я похудела за 2 месяца на 7 килограмм. За последний месяц я похудела на 3,5 примерно килограмма. Для меня, считаю, это очень неплохой результат. Я довольна собой, буду продолжать дальше. У меня еще осталось килограмм 10 или 15, которые я хочу скинуть. Вот, но думаю, что у меня все впереди. Вам я желаю тоже отличного настроения. Если вы хотите, пробуйте, дерзайте. Я думаю, что все возможно. Главное верить в себя. Я буду продолжать. Настроение хорошее, и уже я чувствую себя легче, радует то, что мне теперь можно снова тренироваться, заниматься танцами, и работы стало, если честно, чуть-чуть поменьше, потому что скоро начнется лето. Всем желаю отличной погоды, радости, счастья, удачи, хорошего настроения и до новых встреч!